Обсуждать тему смога мы продолжим с экспертами в вечернем канале «Прима» сразу после новостей. А пока о погоде на неделю. Начало жаркое, а затем прохлада и дожди. Завтра самый летний день. Дождя, по прогнозам синоптиков, не будет, а столбик термометра поднимется до плюс 27. В среду такая же жара, но с кратковременными осадками. С четверга температура начнет падать. В ночь на субботу зябкие плюс 11, днем плюс 18. Выходные обещают быть дождливыми. Сильных ливней синоптики не прогнозируют, но цинковое небо и временные осадки ждут Красноярск.